Всем привет! Сегодня мы с Алисой покажем несколько нетрадиционных способов рисования, которыми можно нарисовать вот такие интересные рисунки. А для этого нам понадобится пупырчатая упаковочная пленка, ватные палочки, зубная щетка, гуашь, а также нам пригодится простая кисточка и ножницы. Начнем с пушистой панды. Берем зубную щетку и рисуем окружность вот такими мазками. Затем кисточкой подрисовываем глазки, ушки и мордочку нашей панде. Чтобы нарисовать такие деревья, нам понадобится пупырчатая бумага. Рисуем два круга разного размера. Вырезаем. Раскрашиваем их в разные цвета. И отпечатываем на листе таким образом. Рисуем стволы и зеленую травку. Осталось добавить немного волшебных брызг и звезд. А теперь нарисуем яблоньку. Рисуем ствол. При помощи ватной палочки рисуем листья зеленой краской. Красным цветом добавляем яблочки. Вот такие рисунки у нас получились. Всем удачи, пока-пока!